Шалом. Известна поговорка, что человек без жены, он наполовину человек. Или, например, такая нееврейского плана поговорка «муж и жена, одна сатана». Это наводит нас на мысль, что когда человек не женат, то есть когда нет семьи, то жизнь человека несовершенна. Углубившись более в Писание, мы видим уже на первых страницах книги Берешит, первой книги Торы, история создания человека. Написано: «И сотворил Бог человека по образу своему. По подобию Божьему сотворил Он его, мужчину и женщину создал их». Это послужило основой закона нашего бытия, что мир держится на семье. Бог создал человека как бы уже изначально со своей половиной, как бы уже сразу в нем заложено понятие семьи. Тора не ограничивается примером создания человека, и во втором случае, там же в книге Берешит написано, что у человека было извлечено ребро. Вот знаете, такая первая операция в мире. Вот был себе человек совершенный, все у него было хорошо, и вдруг Всевышний решает забрать частичку его и создать из этой частички его, его жену. То есть совершенство человека тогда, когда эта частичка возвращается к нему. Они становятся, как написано, одной плотью. Они даже, как написано в Торе, поэтому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене, и станут они одной плотью. И это очень важный момент. Совершенство – это семья. Всевышний. Кто нас, как говорится, соединил, кто наставил на этот путь, надо просто попросить у него, чтобы этот путь был мягкий, сладкий, мирный, как говорят у нас шлем байт, мир в семье. Шалом, шалом.